Уже назад вернулся. У меня ты на ТМ-20 сидишь. Я уже вернулся. Ну. Чек. No moment and attack press assistance. Блин, мы покончить читать эту карту. Убить Павла. Kill Павел. Чего вы так меня любите убивать? Так мы хотим тебя убить, ты нас сегодня. Блин. Ничего не делать. Павел, бери не нежели, возьми чего-нибудь другого. Постройка завершена. Готов к Алову. Кого я в прошлый раз? Он взял... С удовольствием. Он взял весь мыть. Готово. Я не знаю, кого он взял, но здесь не того, кого я взял. Сделаю. Готово. Нет. Я где взял нарк? Он взял нарк? Я взял нарк. Он взял животных. Готово. Сделаю. А, да. Готово. А у меня самое правдоподобное. Он запустил, смотри это. Готово. Самое оправдывающее готово. Название карты. Башня. Дима, он запустил этих. Я вижу. Думаю, отобьемся. Ну, ты мясоногик? Ох. Хорошо. Да. С удовольствием. Готово. 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 Сильные волчата. Готово. Не атака маленькая. Димон, у тебя тоже магическая атака? А факин щит. Не знаю, посмотри. Да, магическая. Башня столько же стоит. Хотя бы 200, а не 250. Так, мне нужно золото. Блин, я забыл про золото. Эй, шли на него, шли. Я шлю. Ты шлю? Чё надо? Чё? Сам ты шлю. Ты шли. Да, я шли. Да. Чего хочешь? Чё за вечки? Да-да. А. Готово. Он занялся играть на животных. Готово. 13. Будет у меня. О, у меня 10-4. У тебя. 70. О, у меня не воины мстители идут по телеку. Круто. Что-то? Зашились? Да. Да какого хрена они пошли не по тому пути, по которому надо? Готово. Павел ему управляет. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Так. Ну так вот. Примерно вот так вот. Для начала его хватит. Не хватает золота. Да и строил бы ты как Павел. Чего? Я лабиринт строю. С удовольствием. Лабиринт. Готово. У Павла тоже лабиринт. Строй как у Павла, я строю по-другому. Я не Павел. Не хватает золота. Уверен? Так, надо, наверное, вход в службу. Бля, они там проходят. Фак. Угу. Так, я что-то забыл, как тут делать? Готово. Я просто буду делать башню. Так вот. Не хватает золота. Помню столько денег.
Не хватает золота. Не хватает золота. О, кстати, ты можешь так сделать вдоль. Да. Я так и делаю. Да-да. Это рубинок, что-то молодинок не будет. Павел, а ты видишь то, что я показываю на карте? Нет. Мы ж не, они, мы не союзники. Чё ты? Что тут не показываешь? Мне тоже нет. Сек не звонит. Чё, дали денег. Не хватает золота. Он сразу начал слать. У меня магическая такая будет. Да, магической. Хватает золота. Денег не хватает. Они по такому узкому проходят? Не хватает золота. Наверное. Они по таким узкому проходят. Буду узкий строить. Это почти же. Не хватает золота. Нифига он там наслал. Откуда у нас столько денег, я не понимаю. Инком. Откуда? Откуда? От мобов. И от вас, и от моих. У меня уже почти 600. Нифига. Моржи в атаку. Я вот. Блин, моржов атака 500-500, почему не башню не рушит? Не хватает золота. Атакаем, чтобы вдруг, если они пройти не могут. Не хватает золота. Так, сейчас мои волки уже должны бочками бросаться или нет? Угу. Или я что-то путаю? Да, бочками. Магия Варкрафта таинственная. Что за бочки? Куда волку в почки? Родили, наверное. Не хватает золота. Рожают бочка. Ты опять принял что-то, да? Перерывы принял что-то, да? Признавайся. Кокс, героин. Что? Я наркотики не употребляю. Серьезно? Серьезно, нафиг они нужны. Что так смеет?
Весело. О, Дэйв выживает. Мне звонят. Мне звонят. Я следующий. Пауз, смотрите, как хотите. Не надо ставить паузу. Блин, надо же было их столами назвать. На столы же. Да какие-то деревья, какие нафиг столы, даже близко не похожи. Фу, я тут. Чё, он там не сломал? По его мнению. Чё по его мнению? По твоему мнению, это столы. Ну, это столы, да. Всё, я понял, как он ком зарабатывает, чувак. И назад побежали, оттуда. И вот. Лично я начинаю врубаться. Не хватает золота. Блин. Ого. Сейчас мы тебя не пропустим. Вижу, вижу. Я тебе сказал, сейчас мы тебя не пропустим. Враг не пройдет. Постройка завершена. Постройка завершена. Не хватает золота. Чего хочешь? Пингвина пошли. Да-да. Пожалуй. Готово. С удовольствием. Сделаю. О, все дали. Готово. Беги! Нет! Да. Сделаю. Готово. Да-да. Готово. Что же вы меня разозлили? Не хватает. Вот вам за это. Что там сломалось? Готово. Он бочки все поставил. Всех поставил. Нет, он послал нас черепах. А, да? Не надо пошли. Да, мне кажется, ты за этого дома. Не хватает золота. Не хватает золота. Фак. Строй, 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 строй. Я там. Если бы честно, построил бы хотя бы не пропустил бы черепах. Я зато мишек задержал. Не понял, тут надо было построить один. Да я в курсе. С удовольствием. Но все равно еще проходит. Готово. Хорошо. Готово. Теперь не пройдет. Поставь. Готово. Только с где-нибудь уходить. Готово. Разрушим, а не был выход. Где-нибудь повыше. Ну просто повыше. Два прошло. Все, я на куче буду зарабатывать. Не хватает золота. Строй по уже проходы, зачем тебе такие большие? Посмотри, у Павла какие проходы. Ну и что, что у Павла? У Павла такое, у меня такое, что ли? Постройка завершена. Вдумаем, опять. Дубай. Золото.
хватает золота. Не хватает золота. Теперь топорами, блин, волки кидаются. Господи, что вам почему лучше? Не, это даже, наверное, не топоры, а когти. Не топоры, а что? Когти. Ну, кто раз кортики? Кортики. Хватает золота. Все, готовьтесь к смерти, я никого больше не сижу. Постройка завершена. Я тоже я стол послал. Рыба моя. Что же он сделал? Скорпион развился. Нам хана. Да так себе. Знаешь, что это за башня на девятом пол? Ты посылал него в войну? Я посылаю. У меня пока что эти страдаются. Пока что. Пока что. Постройка завершена. Он Миша, блин, с одного удара. Не, с трех. Сейчас пойдет 75 тысяч хп, ну капец. Краб. Самый нелюбимый. Даже кентавров больше любим, чем крабов. Хоть у них... А, у них меньше. У кентавров меньше. Watch? Че watch? ВТФ? Вау. Не почти прошли. Моё это. Почти. Дай, скажешь, когда будешь. Посылать? Угу. Не хватает. Чао, у меня. Все. Будешь? Да. Я посылаю. Ну ладно, сейчас тоже посылаем. Не хватает золота. Блин, надо было одновременно. Угу. Не вижу этих крабов, они такие быстрые. Хватает золота. Постройка завершена. У меня прошел один. Не хватает золота. Вижу.
Мне, наверное, придет. Чё мне у тебя против? Почему должен у тебя прийти-то? Не хватает золота. Не прошел. Ща. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, 0. Посылай. Не хватает золота. Послал. Я двух крабов. Блин, постройка завершена. Не хватает золота. Почему вот у него все... Чё, у него аура какая-то стоит? Скорпионы все проходят так быстро. Да у вас просто магическая атака, да у меня тоже дальний бой. Все равно... У меня просто башни лучше, вот и все. Готовьтесь, вокруг. Скоро к вам Санта-Клаус придет с подарочком. Ура, Санта-Клаус, а? Подарочек. Только второй 75 хп. Нет, это не Санта-Клаус. Жалко. Что, третий уровень? За третий уровень убил? Нет, он на втором. Он даже есть... В общем, посмотрите. Увидите, кто это. Виндиго. А вот он. А вот он. О, Кельце. Кельце. Санта-Клаус. Это же надо было придумать ему такое название. Кельце. Привет, мам. Все, могу еще туда. Да, да, конечно, мы паханули, взяли магическую атаку. Ща иду. Ща я на руку отойду. Какой? Не хватает золота. Не хватает золота. А чё? А, не хватает золота. Ощущение, что ты улучшаешь. Нас не порвали там еще. О, неужели хоть один наконец-таки прошел этот сладкий вкус победы? Да. Хотя еще не победа, так что никакой нафиг не победы. А зачем тебе, Дарк, эти деревья, наги? Они все равно не атакуют. Разве? Ну тупо стоят, я уже сколько смотрел. Лишь вот это одно посередине дерева, оно один раз атаковало и все. Ну, у них просто дальность очень маленькая. О, нас пошли. Димон, улучшай башни, старай еще башню. Я не справляюсь. Не хватает золота. Ну что, отправляем его, что не отправляем, все будет. Блин. В этом-то и минус. Мага взяли. Да. Краб. Нет. Что у тебя вообще атака? Вроде как слабая, не? У меня? Да, что-то у тебя проходят они. У тебя ничего проходит. Я убиваю больше половины. Первого уровня башни, хоть бы лучше хотя бы. У кого? У тебя? О, да. У меня хотя бы второй уровень. Краба, мочи краба. 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 О, фух. Не прошел. Враг не прошел. Так, давай. Владик. Чего?
Ага. Никому там послал. Я продолжаю этот туннельчик, потому что они как-то быстро до меня доходят. Хотя бы они дальше, чтобы шли. Их будет соседней башни атаковать тебе третьего уровня. Почему я не по тому стреляю, а по тому, которому надо? Все, Постройка завершена. Постройка завершена. Блин, Димон, сейчас там у тебя пройдут. Что эти дурацкие башни? Готовьтесь к сюрпризу. Сюрприз через 10 секунд. Ты уже Йети послал. Нет, это не этот сюрприз. 5, 4, 3, 2, 1. Блуд демон. Дри. Какая-то библиотека. Да не говори. Ты двоих послал? Ни хрена себе ты даешь. Кто тебе столько денег? У меня инком 23 тысячи. У меня 2 тысячи. Самые мощные мобы. Но я буду пока просто улучшаться. Да все, ты нас как бы... Я вас пощажу ненадолго. Постройка завершена. Дам вам время, а потом вам конец. Нам просто двух мобов еще пройти и все. Постройка завершена. Так что стройтесь, пока время есть. Да, все равно ты нас уже уделал. Я бы вам дал голд, если была бы возможность, но вы не могу. Постройка завершена. Постройка завершена. Альфа Вольф? Че за лол? Не пускай его на нас. Я пока посмотрю, какие тут башни у этих животных. Нифига себе. Постройка завершена. Чё ты там, Димон? Когда не готовы могу. Будете к смерти, скажите мне. Хорошо, скажем. Постройка завершена. Чего хочешь?
Так. Окей, волчарки у тебя. Нифига себе у них дамаг. Сколько вы там улучшаться будете? Да подожди, ты у нас не такой инком, как у тебя. Копите его! Я ждаю вам возможность. А то как понашлю самых мощных сейчас. За 100 тысяч одного куплю. За сколько? За 100 тысяч. У тебя что, уже третий уровень этот? Давно третий уровень. Вот эти демоны, которых вы видели. Это самый слабый демон из третьего уровня. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Нам хана. Строим библиотеку. Ух, демон там пострадал. Напомнишь, там еще была карта какая-то на твоем старом канале. Там тоже надо было что-то такого, там еще какие-то лезвия были. Wine Tower Wars, кажется, называлась. Нужно золото. Прикольное было. Постройка завершена. Мамонт какой-то, альфа-вольф. Блин, альфа-волк. Альфа-самец. Постройка завершена. Те черточки не прорваться. Че? К нему черточки не прорваться. К нему-то да. Мне надо еще к нему кое-то поставить. Постройка завершена. Блин. Жестко. У меня 3 золота. Посылайте скорпионов побольше. Больше доход, чем за одну битую собаку. У меня инком 2000. Всего лишь. Ну посылай для начала скорпионов. Да, там с пачками посылай. Увидишь инкома сколько? Вау. Нифоголь жестокий. Ну а я о чем? Какие-то мамонты, блин. Скорпионов вообще не чувствую. Моментально умирает. Страшная смерть. У него так мало этих ваш, но нас и до хрена, и мы не можем. Готов к раму. Ну, у тебя третий уровень, да, что же? Это ужасно. Ну ты послал скорпиона? Да, я послал. Мы сейчас еще пошли. Почему послать меня? Когда скорпион закончится, драконов шлите. Когда драконов, кентаров, ну и так далее по порядку. Когда появляется, сразу шлите наименьше, так выгоднее и больше инкома. Постройка завершена. Тебе тоже больше золота. Ну ладно. Да ладно, мне дается только цена инкома. Так что это не так уж много. Вот, я только 1000 получил, когда я 23 тысячи получаю спокойно. Пипец. Все, готов, Андрей. Че? Слыни мне. Да ты че, я еще не готов. Не слушай его, не шли. Эй, я говорю, ты шли. А, я слыни мне сейчас. Я думал, ты ему говоришь. Я не слышал. Дракула? Драгитар. Ча? Не, не буду чай. Чай не буду. Чё, драконов снес? Строил, строил, снова снес, опять строишь. Чё так неправильно построил, они проходили бы. Так, какие у тебя там герои? Герои? Ну чё, курица какая-то у меня есть тут. У меня Сиа Вич, 600-600 урона. О, всё, у меня... Павла, грозной силой. Выступите в мак. А что герой делает? А герой тоже как башня.
Блин, офигеть, вы там застроились. Послать не что ли одного? Ага, чтобы он прошел, да? А вдруг не пройдет? А вдруг пройдет? А вдруг не пройдет? Вдруг пройдет. Мне инком нужен. Постройка завершена. Одного слабенького пошли. Это самый слабый. У меня слабее нет, к сожалению. Ну, посылай. Постройка завершена. Через полминуты пошлю. Такой слабенький, что даже денег не хватает на него. Будешь поставить что-нибудь слабенькое. Просто я заапгрейдил своих драконов, вот и все. Теперь там все красные. И три синих только. Нам хана. Каким-то образом кидаются камнями они. Это не башня ломает? Он придет. Хотя башня ломает. Он пройдет. Но ему только 10 тысяч хп снять. Нет, 15 тысяч хп только снять. Демон, лучше строй их эти хаос тауэр больше. Против его брони полный урон будет. Да. Хаос тауэр. Что за хаос тауэр? Да вот, черные эти вот. И улучшай их. Постройка завершена. Черт. Постройка. Заодно мне не забывайте посылать. Так ты, нам остался только один этот. Он прорвался? Нет, еще бежит. У него половина хп только снят. Посылайте лучше мне мобов инком. Да будьте инком. Постройка завершена. Все, он прорвался. Ну остался один. Вот еще немного заапгрейдите и таких будете держать спокойно. Поделай еще башен таких. Постройка вот этих чаус. А ты получай там в конце их свои тавры. А то в начале нормально, в конце лучше молчать буду. Нормально в конце. Убито в конце. Особенно у демона. Первый уровень. А, нет, третий уровень. Я в конце третий уровень. Надо уже пятый, шестой как минимум, чтобы был. У меня четвертый. Да. Постройка завершена. О, дорогий мастер. Пятый левел. У меня инком 5000. Постройка почти 6. Завершена. Пипец. Может, нам встретиться в одном месте в следующий раз? Не в одном месте это. А может, вам просто строить лабиринты, как я? Я построил лабиринт, но у меня он какой-то... Постройка завершена. Я не знаю, как вот так построить лабиринт, как у тебя. Хотя, в принципе... Нарисуй схемку. Да, нарисуй схемку. Не, это легкий лабиринт, это легко построить его. У меня был построен, но почему-то прорывается. Пинком бы с этим вопрос. Вот в чем дело. Да. Че? Крабов тоже не чувствую уже. А? Крабы тоже не проходят у меня. Да-да. Я вижу. Соседи проходят. Димон, ты там эти тауэры построил, они там не смогут проходить.
Вот тут бы тауры построил. Тоже ведь вот. Чаус тауэр. Да надо лабиринт постройка построить. Так у нас мог бы в линию правильно поставить, чтобы сверху они вот так вот справа по огню не могли пройти, а именно линии как бы лабиринтом проходили. Слева направо, потом справа налево. И так далее. Он пробежит, он пробежит, он пробежит. Он твоих драконов пробежал. А вот мамонтов не пробежит. Жалко. Мамонтов просто больше. Не, они почти что сильнее. Так, надо испытать эту курицу. Ну, Дима, тоже видишь. А что это у тебя за деревья? Да. Готово. Где? Чё надо, хозяин? Мои? Или... Да, твои деревья, чё ты делаешь? Они там нихера почти не делают. Постройка завершена. О, мультишот, нифига себе. Чё там? Мультишот у моих куриц. Пока что, где у тебя курица? Уже не курица, гиппогрифы у меня. Да блин, сейчас я. Зашибись, гиппогрифы. Подожди, это ты курицу улучшил до второго уровня? Уже четвертый. Постройка завершена. Все, нам хана. Да у тебя столько денег. Сколько у тебя инком? 23 тысячи. У меня 10 тысяч. Неужели хоть что-то более достойное? Послать вам последнего, что ли? Как думаете, пройдет? Пройдет. Пройдет, конечно. Так, все, что ли, эти курицы больше четвертого уровня не улучшаются, что ли? Че надо, хозяин? Так, ладно, ультимейт тауэр поставлю. Ну, слава богу, что не улучшается. Ух, нифига атака у этой тауэр. Нифига стоит улучшение 30 тысяч. Вот копи на это улучшение. Уже есть такие. Да у меня 29 тысяч. Тысячи не хватает. Павел, кинь союз. Союз. Союз кинь. Кинь союз. Постройка. Еще улучшение. 50 тысяч теперь. Праздник. Каждый второй удар этой башни критикал. На, ты всех Санта-Клаус убил. Нет, один выжил. Ненадолго. Вон мой Виндиго бежит. Праздник к нам приходит, Санта-Клаус мертвый. Фак. Так. 2000 на 5000 не хватает. 2000 на 5000 не хватает? Так. Виндиго все еще... Все, уже Виндиго не проходит. Димон, стой, строй больше чау с этих. Я инклуд все набиваю. Или как? Инком. Так, вот еще улучшил эту башню. Блин, еще одно улучшение 100 тысяч. И стан дает моя башня. Ну? На 3 секунды. Да, твоя башня дает стан. 12%. Ой, сейчас получу денежки. Рёт мои воины. Они не проходят. Блин, все сдохли. Никто не выжил. Ты башню улучшил? Даже не прошел. 50 тысяч. Опять 5 тысяч, так, пардон. Ну, 50 тысяч. Ух ты. Чё там? Сколько у тебя денег? Ты все тратишь на атаку или сколько у тебя инком, Дима? Я все на башне трачу. О, конечно, ты башню улучшаешь. А ты улучшаешь? Ты башню улучшаешь, что ли? Строил сейчас. Чё ты пишешь? Шанго. Что за Шанго? Про Актив Плюс 2. Это название карт. Ну, посылайте еще самоубийц. Чего хочешь?
Сейчас пошли. Ну тебе не хватает. И проходи этого. Релакс вообще. На месте стоял, блин. Застанили его. Ком слабый. Да ты где-то в два раза меньше моего инком, наверное. Может даже уже почти как у меня. Я 13 тысяч. Ну вот. Чуть меньше, чем в два раза. Да, чуть больше, чем в два раза. Короче, у меня 23, у тебя 13 на 10 тысяч. У меня уже 15 тысяч. Вот так. Вот так вот и надо делать. Все, 100 тысяч башню купил. 6 тысяч урон, и все, больше не улучшается. Так, ну ладно, парочку демонов пошли. Да ты парочку! Парочку! Одного. Одного. Когда до конца пройдет, еще одного пошлю. И так буду до бесконечности. Как это... Ой, лаги. Он башни мы сломал. А, нет, это мне показалось. У меня 20 FPS. Я бы ни хрена хп не снимаю. Почти что. Да блин, кто опять? Ты уже остановиться можешь. Алло. Дэй. А я ему половину хп снял. Чего? Да. Ощущение, что он там лез в башню. Все башни как будто резаны там. Че? Да. Детка, да. Мы выдержали. Мы выдержали. Не говори такого, он еще пошлет. Потому что по одному. Если пошли, то одному. Так, ладно, уже место у меня там. Ну, понасылаю сейчас. То-то-то-то-то-то, нам крышка. Вообще надо было сразу за 100 тысяч послать одного. Послал бы за 100 тысяч одного, а чё ты послал так много? Мутант-гигант. Ну ладно, так понасылаю. Firelord. Для разнообразия, чтобы изучить. Лавадос. Мне даже лагает. Я лучше туда не буду заглядывать. Лагит? Чего? Да. У меня тут 6 FPS где-то. Не хватает. Я лучше туда не буду. Нет, я еще раз... Не, все. Так, какой-то Забдос. Арктос за 30 тысяч какой-то. Блин, что тут творится? Ужас. Не хватает. Ты кого пас? Не хватает. Феникса! Огненного ящера. Что там происходит? Я имел так сделать. Нам хана. Че там, ничего не прошли? Нет. Гарри Флекс какой-то. 250 тысяч хп. Хорошо. Блин, как они такие огромные, проходят мимо таких маленьких башен. Они разотопить их должны. Да, отлично. Ну, в следующий раз еще сыграю.